Кипр с пересадкой в Ростове. Это моя комната. Сейчас покажу вам, что снаружи. Кипр живет туризмом. Со слов моего водителя, которого зовут символически мистер Кипрос, количество туристов упало в 3 раза. Кипр сейчас разделен на 2 части, северную и южную. Весь Кипр, который мы знаем и видим с картинок, это южный Кипр. Северный же Кипр – это непризнанная территория. Юг входит в Евросоюз 2004 года, а на северный Кипр или Турецкую республику законы ЕС не распространяются. Он подконтролен Анкаре. Какая сейчас ситуация с въездом? В целом, нормально. Смотрите мой отдельный ролик о правилах въезда на Кипр. Ссылка будет в описании. Когда лучше ехать на Кипр? Многие едут летом. Здесь все логично. Отпуска, каникулы. Но в это время может быть огненно жарко. Я бы предпочел сентябрь или октябрь. И количество туристов идет на убыль. У меня получилось познакомиться с киприотами. Они работают в местной школе и университете. Они, кстати, пригласили меня посмотреть школу и вуз и пообщаться с русскими детьми, которые там учатся. Больше всего я, наверное, был впечатлен уровнем проживания, который предоставляется детям. Об этом также будет отдельный выпуск. Посмотрите по ссылке в описании и оцените, как учатся на Кипре. Мои новые киприотские друзья учились в Англии, в Йорке и Бате. Конечно, логичный вопрос. Почему они вернулись на родину, на Кипр, и после учебы не остались там? На это есть несколько важных причин. Во-первых, конечно, климат. Здесь все понятно. Во-вторых, это сообщество. Кипр маленький, и здесь все местные знают друг друга. А в Англии не так. Там все нужно делать с нуля. Никто тебе на верхах не поможет и не протолкнет. То же самое и в Греции. Вот такие, кстати, отельчики мне чем-то напоминают Майами, в котором я уже не был 2 года, как началась пандемия. Там очень много на South Beach. Вот такого рода гостиниц, только раза в 4-5 повыше. Многие киприоты учатся в Греции, так как говорят на греческом. А киприотские свадьбы – это что-то. У брата моего нового друга на свадьбе было 6 тысяч человек. Я даже не знаю, как они стольких умудрились позвать. Киприотские девушки, кстати, не любят русскоговорящих женщин. Наши женщины нравятся киприотам. Здесь понятная всем конкуренция, которую киприотки подчастую проигрывают. Какая же островитянка захочет терять внимание потомков самих греческих мореплавателей? А этим греческим мореплавателям советую уделить отдельное внимание. Если вы посетите музей Таласа, он же музей мореплавания в Айанапе, не путать с Анапой, то там вы найдете копию древнейшего греческого корабля Кирения, который был найден ныряльщиками на дне моря вблизи берегов Кипра. Возле Кирении также представлена копия лодки, которая эксплуатировалась 9000 лет назад. Если вы присмотритесь на местную монету в 50 центов, то увидите на ней изображение Кирении. Оригинал корабля находится на северном Кипре. На острове производят вино, но именно классическое кипрское вино, красное, сладкое, типа Кагора. Производить его начали 8 веков до нашей эры. Если вы захотите увезти с собой местные деликатесы, возьмите халуми, сироп рожкового дерева, кофе, зиванью, местная самогонка, и судзуко, один в один наша чурчхела. Как говорит мой водитель, рожковое дерево спасло жителей Кипра в период Второй мировой войны от голода. В плодах содержится огромное количество микроэлементов. Сейчас из этого рожкового дерева делается сироп, напоминающий чем-то мед или кленовый сироп. Его можно добавить в чай, блины, мороженое и творог. И он очень полезен для сердечно-сосудистой системы. На Кипре самая дорогая картошка в мире. Местная почва красного цвета.
богата различными минералами. Это делает вкус местной картошки неповторимым. Она эксплуатируется в Великобританию, Германию и Францию и подается к столу британской королевы. Кипр входил в состав Британской империи с 1915 по 1960 годы и использовался как военно-морская база. Кипр давно уже получил независимость, но при этом две военные базы там остались. Вау. Вот это вау. Это же один из самых старых театров, амфитеатров вообще найденных, да, когда-то? На Кипре, да. То, что мы увидим, это от 4 века нашей эры. Я сейчас в центре, получается, самого старого амфитеатра на Кипре, один из старейших вообще в мире. Очень прикольно, когда стоишь в центре и разговариваешь, здесь эхо со всех сторон, такой прям акустический эффект, очень интересный. А вот эта дырка, вот как сказал наш гид, это дырка для животных. А вот это место, откуда по преданию, по древнегреческим мифам вышла Афродита. Сама Афродита вот здесь вот где-то между камней ее прибило к берегу. Побережье Черного моря. Здесь в Пафосе, вот в этом древнем городе, у меня лично создается впечатление, что я нахожусь где-то на другой планете. Мало того, что вот эти вот стены раскопаны, а сам ландшафт очень интересный. И кто не был в Крыму, в Херсонесе, советую тоже посмотреть, там тоже древний город раскопанный. Очень интересное, на мой взгляд, место. Кипр – небольшое государство. Здесь проживает около 1 миллиона жителей. При этом население самых крупных городов не превышает 300 тысяч жителей. При этом в свои лучшие годы Кипр умудрялся принимать до 5 миллионов туристов ежегодно. Если вы будете кататься по местным городам и всматриваться в их устройство, то вам может показаться странным, что при относительно небольшом размере как острова, так и самих населенных пунктов здесь можно встретить достаточно большое количество пустующих кусков земли. Участки здесь часто передаются по наследству, а наследниками могут быть и дети, которые с этой землей ничего не делают. И делать начнут не в скором времени. У киприотов очень тесные связи с семьей и своей коммуной. Все друг друга знают, и если вам доведется ездить по Кипру с местным в возрасте, то сможете увидеть, как они здороваются и общаются чуть ли не со всеми вокруг. Именно местными. И, конечно, на Кипре очень много русскоговорящих, много вывесок на русском, ну а самый русский город Кипра – это Лимассол. Здесь есть и русские школы, и русское телевидение, радиостанция, газета и супермаркеты. Ну и цены на недвижимость здесь процентов на 30 выше, чем в других городах. Работа работой, а спорт по расписанию. Я на самом деле бегу по набережной сейчас, где-то 7 километров, она до сих пор продолжается. Красота, очень красивое побережье. Блин, я не могу это не показать, но тут смотрите, виллы из забора, только вот по коленку стеклянная стекляшка, это даже забором не назовешь. Сразу же газон, сразу же море. Вот почему мы так не делаем?
Почему мы так не делаем? Почему нам надо дом, вокруг дома забор метра по три жестяной, туда еще собаку какую-нибудь, такую по грудь, чтобы огромная, чтобы если залазил какой-то вор, то собака сразу же откусывала половину тела. При всем при этом на Кипре практически нулевой уровень преступности. Ноль. То есть максимум, что они здесь могут, не знаю, украсть, это полотенце, наверное, из отеля. Все. Если кому интересно пиво киприотское, могу сразу же посоветовать хорошее. Много где в ресторанах его подают. Вот на Кео. Такие желтые у них бумажонки наклеены. Я оставался в недорогой гостинице в Протарасе. Цена номера около 60 евро с завтраками. До ближайшего пляжа 8 минут. Если говорить о пляжах и отдыхе, то могу отметить Айянапу и Протарас. От Протараса до Айянапы 12 километров. На мопеде 20 минут. По дороге вы будете проезжать мыс Грега с Колбой Лагуной. Сама же Айянапа — это прежде всего самые красивые пляжи Кипра. Тут и рестораны, и ночная жизнь. Приехал на самый красивый пляж Кипра и на один из самых красивых пляжей Европы. Ниси Бэй Бич. Вот такое. Ниси Бич. Как бы что я могу сказать? Красиво, конечно, сумасшедше красиво, вода нереально красивого цвета, переливающаяся. Что касается самого пляжа, пляж, возможно, он красивый. Но людей такое количество, что, блин, я бы, честно говоря, откровенно предпочел бы другое место. То есть как хайп, как хайповое такое место, тусовочное, конечно, Ниси Бич стоит посмотреть. Как место для того, чтобы отдыхать, я бы выбрал другое. Ну, просто каждый полуметре друг от друга лежит. Естественно, все тусуются, ходят. Я уехал, в общем, с Ниси Бич. И скажу вам почему. Потому что по рекомендациям я прочитал. И есть такой пляж, называется он Вафьягония Бич. Находится он всего в километре от вот этого Ниси Бич. И, ребята, здесь уже не так много народу. Пишут, что здесь не глубоко, то есть нормально с детьми здесь отдыхать. Ребята, и еще очень важный момент. Там парковка забита. То есть две парковки, а люди на машинах стоят в очереди. И вы можете реально просто долго тупо стоять там. Потому что парковки небольшие, людей дофигище. И по кайфу это, ну нет, честно говоря. А здесь просто приезжаешь, парковка свободная. Я говорю, всего километр. То есть, блин, если вы пешком, это 10 минут. Если вы на машине, ну сами понимаете, это 2 минуты, и вы уже вот здесь. Turn this heart into a new one. Oh, oh. Greet this morning when the night's gone. Oh, oh. Side by side, we'll watch the sunrise. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если вам понравилось данное видео. Это помогает в развитии моему каналу. Напишите в комментариях, были ли вы на Кипре и как вам остров, или предпочитаете отдыхать в других местах. Side by side, we'll watch the sunrise.